Вот она, вторая карта. Всем еще раз привет, добрый вечер, Лекс Форс. Интересная первая стадия драфта, вообще такая Свен плюс тролль. Появляется лондруид, которого я, честно говоря, не ждал увидеть. Мы с тобой какие-то варианты набрасывали, лондруида не было точно из них. Но ребята подумали, как бы тоже, наверное, какие-то варианты набрасывали. Что может лондруидом? Ну, давай, лондруид. Давай попробуем. Так что первый выиграли. Я всем можно распрошать потихоньку, раз может, на первый раз, второй. Первая карта была прекрасная. То есть, конечно, и NIP ошибались. Мы помним, это телепорт Эйса, наш Райан. Такие вот моменты были, но при этом Гамбит играли практически безошибочно. Учитывая там некоторые моменты, вот в фанге, где он заходил, но при этом в фанге прошел там нереально был с кентабром, мы помним. Который прилетел. Нажал кнопку на кентабра и зарекорил его. Понятно, что мув элементарный, но сам факт, когда ты это наблюдаешь, когда не хватает полсекунды. Как вы понимаете, команда Гамбит выигрывает, то она проходит на Alliance, и там будет уже реально битва на арене за слот на International. Если же команда Гамбит этот матч вдруг проиграет, то Alliance окажется на Инте. Как-то так. Поэтому, чтобы вы понимали, насколько этот матч для Гамбит важен, а и насколько для NIP этот матч не то, что не важен, но не так страшно будет NIP здесь проиграть. Так, у нас массовый смоук. Камон. Это гениально. Они заберут его? Да, конечно. Там у медведя ХП нет на первом уровне. Что, вышка забрала? Нет, лоскита. Вышка забрала. Вышка забрала. Чипнуть не грех. Что? Как это возможно? Жесть. Не, ну понятно, что тут поработал и Даха, который медведя под башню подвел. Понимаешь, что есть шанс маленький. Но учитывая, что 5 кровь бил, я не заметил, возможно, просто пытались отдать этого медведя какому-то из Гарри. Ну, конечно, пытались отдать, но... Как бы... Белые палы. Да, это... Тут без комментариев. Не, все равно неприятно, медведя пока нет. Он как раз, я думаю, появится в момент, когда на линию придет. Спы, он, видишь, подфидел, да, немножко. Он там у Лины экспа какая-то есть. У других игроков тоже. Ну, у всех должно быть только чуть-чуть. Да, у всех по чуть-чуть. Притом так не по чуть-чуть, да, нормально. В принципе, к лайну появится, да. Там вот как, ну, как он крипов дойдет, то действительно там появится. Там секунд 30 медведь еще где-то будет. Ну, сейчас где-то 20-30 секунд. Нормально. И Дахак бежит на самом-то деле в топ, то есть свапаются линиями. Можно сказать, что свапаются, потому что кентавр у нас идет с никем пока что в бот, и наверняка там должна оказаться Виверна в конце. Так, или что? Ага, на вышку телепортируется, понятно. Теперь есть очень тонкий момент. Если я кушу, что умрет, это провал, кстати, для Ланинга. Вот, и вот так аккуратненько, осторожненько, и вот так вот вышка манит, и тут, конечно, забрать нет. Очень сильная линия, то у нас потенциально может быть 300, например, минус уже есть 2. Потенциально пока что 5-1 стоит, а интересно, интересно, тут 1 или нет, потому что на самом деле достаточно опасная линия, плюс он Кингстаном легко попадает на линию, да, ты можешь даже попытаться какого-то героя, но там стоит лондруид, ты не сможешь его забрать так же легко, как у какого-нибудь милишника, там, стоящего, да, Рейскинга, того же самого Свена, или, может, там, Джиггернаута какого-то, который теоретически мог бы появиться, да? Поэтому, может быть, действительно лучше все-таки Сенкинга в топе остается. Но, однако, Лина приходит в топ, тут попытку ФНГ. ФНГ очень сильно проседает. Это может быть ферзблат, если еще нюков как-то скиллы нет, полетят. Нюков. Но, да, у Лины второй уровень еще не получен, поэтому Драгонслейва нет, и ФНГ отступает. Бьет фласочку, идет на кэмп, там, может, какого-то крипочка сейчас переманит маленького. Еще в топ телепортируется у нас Эйс. Любопытно, зачем? Тогда Сенкингу нужно в бот идти. Сенкинг один на один против кентавра, пожалуй, будет посильнее. Ну, может, оно того и стоит. Просто там же сейчас телепорты есть у игроков Гамбит. То есть, да, погоди, стоп, какие телепорты? У них член в команде. Им вообще даже не обязательно порой эти телепорты кастовать. То есть можно было бы заколить сюда. Ну, как-то странно получилось, просто пирожали телепорт и просто телепорт нажали, ожидая то, что Гамбит на это никак не реагирует. Возможно, смысл так, сейчас убьют Эмершина, это как раз будет ФБ. Эмершин пока живет, нет, еще один удар, и Пипит делает ФБ 1-0. Разница в таком лайнинге довольно очевидна. Стоя с Энкингом на легкой линии, ты не можешь зайти за вышку, а на этой линии ты сможешь зайти за вышку. В топе нападают Акулыча. Акулыч, кстати, без телепорта. Акулыч умирает. Акулыч придется пешочком сюда сейчас бежать. И если бы делали этот свап-лайнер для того, чтобы удобно расставить свои линии, то, в принципе, они могут попытаться снова зателепортироваться, да, когда вот... хотя там, похоже, телепорт уже откатится. Так что, да, бессмысленно. Да, против Чена, по-моему, очень тяжело
надо изначально хорошо линию поставить против Чена. Вот, но, повторюсь, НИПы, мне кажется, сделали то, что они сделали исключительно для того, чтобы представитель, в конце концов, мог просто зайти за тавр и там в песках может стоять. Возможно. Кто-то тебя очень уверен на центре чувствует. А может, я просто что-то не понимаю. В этой игре ФНГ тоже умирает, у него, по идее, не должно быть телепорта, там у него КД 10 секунд, по-моему. Да, у него действительно нет еще ТП. Вот, но Дахак здесь и без саппорта нормально фармит крипчиков, потому что Килон Друид его как минимум два. И как максимум тоже два. Вот. А, стоит под вышкой, добивает крипов, не страшно. Саппорт погиб, его не могут там отзонить. В миде темпларка против тролли варлорда, такое нечасто мы, в принципе, видим. А, похоже очень драфт у Гамбит на то, что у них было на предыдущей карте, там у них был Лон Друид, и Чен, да, и вот этот вот пуш хороший. Правда, в миде у них тогда стоял Эмбер, и он, в общем-то, достаточно интересно смотрелся, потому что он мог быть плеймейкером. Темпларка плеймейкером не всегда быть может, потому что ты врываешься, если у тебя на ранней стадии нет ДКВ, тебя могут там как-то зачинить станить, убить быстро, рефракшн сбить теми же самыми песками или скиллами Джеки Росса, которые очень хороши для того, чтобы рефракшн сбивать. Вот, и у Гамбита может так получиться, что они просто будут всю игру фармить. И это не очень хорошо. Хотят нам пока на Кулыча. Полетел первый стан, есть задувка, второй стан. Кулыча много здоровья, возможно, урона здесь не хватит. Идет до конца эйс, отстанивается Кулыч, Лина бьет быстро, хватит для урона, остается сделать один удар, задувка мимо. И погибает Лина, Эмершин делает убийство и не могут NIP никак ответить. Ну так, на грани получилось, рисковали NIP, риск не оправдан был. Если бы Лина разменялась, было бы хорошо, но, как видите, не хватило одного удара. 1-3, первый фраг для команды Гамбит. Ну и смотрим, Кентавр снова возвращается в топ. Через 30 секунд буквально заспавнится баунти руны. Нужно будет их постараться в топе, в первую очередь, проконтролить, потому что в боте это сделать трудновато. Разве что медведя там как-то, знаешь, отправить, рыкнуть и пытаться украсть баунти. В топе здесь как минимум есть стан у кентавра и может быть хотя бы одну руну здесь. Там Мерш может погибнуть, стан по кентавру, хотят руну забрать очень сильно. Кентавр получает стан от Лина, контролит руну. И это похоже 4 руны для команды NIP. Ну тут можно ретелеет подрубить и немножечко начистить физиономию Свена. Корректно ты максимально сказал, но Эйс в итоге уходит. Одного стана Лина хватает, Эйс быстрый. Хоть это уходит, правда, придется Шрайн подрубить. До Шрайна надо бежать. Как... Ничего страшного. Шрайн, можно нажать телепорт, прийти сразу на линию, то есть минимально. Да. Он крипов, как видишь, пока вообще не корни, пропускает. Корни есть, но недостаточно урона пока. То есть PPD просто отсюда может пешочком за счет ботинка уйти. И просто все качаются. Ой, ну на центре, конечно, так немножечко трудновато. Кларсатин, я рассчитываю на Эншент, я думаю, Афониджи тоже, что будут какие-то стаки делать, либо сам, либо помогут, и там уж сможет вернуться в игру. Потому что пока вот тролль максимально комфортно чувствовал себя на центре. Тепларка такой герой стабильный, но вот против тролля в Афониджи не все получалось. Ну, мид при этом тролля стал, Тепларка зафармил пачку, запахнул пульта, заходит потихоньку на башню. На топе пока спокойно, Сакса ждет момента, ставит стан, но он пошел совершенно в другую сторону, и Мершину ничего не угрожает. Фейс для Свена, дальше Мидас. Тут сложно прям так, чтобы убить. Кинга в боте вот как раз забирают. Тот самый голем, которого ФНГ нашел в лесу, он здесь очень сильно совершал. Четыре кирпича, по идее, полетело. У него должно было два голема, которые распались на четверых. Mask of Madness появляется у медведя. Кинг сейчас заспавнится, полетит, наверное, в бот снова. Ждет, наверное, пока ТП откатится. Можно будет на Джакира напасть. Сейчас медведь можно, появится, надо прямо убивать. Сейчас, надо, можно, надо. Выходит ЕФНГ. Боже, кирпичи. Должны. Раз, ой, два. Ой, там 125 урона, по-моему. Но да, кирпича, и корни, корни. Удара. Айспас и ЕФНГ делает. Да, там очень неоспорно. А где Санкин был? У него что-то ТП в КД? А Санкин вообще куда-то другое место. Он пешком побежал. ТП было. Ну, может быть, в тот момент хотя бы Диану использовать его мог. Не знаю. Ладно, да, давай скажем так, что возможно там в тот момент был кулдаун. Возможно, в тот момент был кулдаун. Не будем обвинять игрока. Знать этого мы не можем. Да он, в общем-то, там не факт, что помог бы, если честно. Просто странно, что Джеки Рос себе вел. Попадают на СБНА, но очень больно. Он подрубает щит, здесь Сакса поблизости, станом мажет. Все, Гамбит говорит, ладно, не важно. Да, бы не хотят. А ничего плохого-то в этом и нет. Посмотри, как пробили Свену. У Свена же ресурсов не должно быть. И он как бы...
Змеидаса собирается играть? Да, ладно. Ну, видимо, побаивается, что его просто спушат. Ты вроде против Чена играешь, то есть Медасик тоже смотрится так интересненько. Ну, благо, Свен и без Медаса с крипами легко может разобраться, если купит быстро какую-то саблю, да. Под ГДСом даст 3-4 удара, крипы все посыпятся, пытаются здесь напасть на Афоне же. Афоне же взрывает ловушку, пытается дать несколько тычек в пати. PPD просто бегает рядом с центром, не зная, как ему вообще пристроиться здесь. А PPD в центре поставил, как понимаю, ушел? То есть вот эта война в центре, чтобы ловушки уничтожить, больше он там пока не нужен. Медведь отправляется на базу. Забрать артефакты, возможно. Опа, два кентавра, 33 кентавра. А что дальше-то делать? Пытается тут пройти. Ну и Дахак говорит, окей, нормально. То есть они выгоняют это 33-го, и на 9-й минуте Дахак за счет медведя. Он забирает башню, правда, забирает катапульта по итогу. Такой микро-неприятный момент. Дополнительные деньги Кэрика Макабити получил. Главное, что вышка, в принципе, упала. И тут подожмут Сент-Кинга. Теоретически можно будет телепортироваться в топ и провернуть там такую же самую операцию, пойти поломать один вышку. Ну, Камбит делают все, что от них требуется сейчас, для того, чтобы захватить преимущество на ранней стадии. Тролль телепортируется в центр, отпушивает здесь как может. О, как классно Афоне Жувар поставил, он нашел и центр противника, нашел. А Мишка бежит просто в мид. Смотри, будут пытаться убивать Фату. Фата пока что не способен драться с таким соперником, и, ну, я даже не знаю, бежать отсюда, наверное, надо. Лон Друиду сюда телепортируется Лина. Лина может поспамить, но уровень ее не чтобы там прям совсем хороший. Хотя драться сюда идет почти вся команда на эпик. А вот втроем можно? Конечно, втроем есть можно. Есть сеточки, Афоне же дерется на развороте. Тролль, если что, с ультимейтом. В какой-то момент придется его нажимать. Он Дахак отправляет своего медведя назад. На топе все это время кентавр фармит. То есть Свен уходит у нас вниз, кентавр имеет три фарма. Кентавр, если кто имеется, и стампит в случае чего на атаку какую-то неожиданно, либо если или нападут, наоборот, на отступление. Можно будет быстро уйти. И в итоге у нас не заказывается Свен, а на топе пока по-прежнему нет ни одного героя. Интересно то, что у ФНГ нет Блайдстоуна. Обычно на Чине приобретают Блайдстоун прям на первые деньги для того, чтобы, ну, вот как-то посильнее харасить, да, вот именно руками. Бить врага. Медведь перемещается в топ, в миде пушит тавр не получилось, но, в общем-то, в топе ему никто помешать не в силах. Акулыч решил не приобретать какие-то... Да, ё-моё, опять башню забирают крипы. Быстрые там артефакты на инициацию, так как кентавры редко сейчас играют, обычно либо худо в дефайнс, либо в ангуард берут, но здесь, конечно же, быстрый Кримсон, он прям мастер. Хотя тут и Кримсон, и Пайп, они будут прям максимально круто смотреться против того же самого Сент-Кинга, Лина, Джекерос и защитные артефакты типа Пайпа, они очень сильно решают, чтобы ты какое-то время, да, в замесе не ощущал просто способности этих персонажей. Ну, тут Ларка фармит у нас Десолятор, ничего нового. Медведь купил Mask of Madness, наверняка там будет потом фармить. Радик, есть же у него Mask of Madness? Есть Mask of Madness, все хорошо, вышка в топ упал. Все идет по плану. 10-я минута, Баунти Круга, вот в топе Гамбитам нужно свою забрать. Баунти Круга обязательно, конечно же. Иммершн старается дефать боти, у него книжка лежит в инвентаре на базе, в стэше, и Иммершн пытаются здесь подцепить. Но Аркиберн позволяет ему ретироваться отсюда, подрубает ГДС керри команды NIP и вот заберет сейчас вышку. Должен. И так хорошо. Получилось. На топе Гамбит давит А2 и, конечно, NIP не должен отдавать эту башню. Есть телепорт, приходится 3-3, нарочал медведь, хорошо Санкинга выгоняет, который мог потенциально подкопать. Гамбит уходит, ходит по вардам противника, стоит этот вард на пригорочке. NIP понимают, где находятся их оппоненты, сделать-то они, в общем-то, ничего не могут, как-то напасть не получается. Довольно плотные персонажи у Гамбит в данный момент, они просто идут и забирают вышки, и все, что могут NIP сделать, это вот постоять зато в раме и как-то поспамить, там, отпушить при помощи Лина, при помощи Джекероса. Но вот и в миде вышка упала, сабля появляется у Суэна. Очень нагло играет Акулыч сейчас вместе со своей командой, заходит во вражеский лес, начинает фармить тут. И NIP нужно делать зеркальное действие, то есть заходить в вражеский лес опять-таки, относительно, да, себя относительно Гамбиты, пытаться фармить там. Но они вот свой лес отдали, а вот во вражеский особо заходить сетка не хотят. Сетка тролля, подходит сам Акулыч, есть там Кентавра, а теперь от настоящего Кентавра, да. Дабл Эйдж, даже ритейлей здесь не нужен. Питти пытается как-то спамить, дает ему удар с Ликетфайера и погибает сразу же. Ну, Чен пока смотрится просто как невероятно грозное оружие в руках команды Гамбит. Тут мы сколько уже серий на этом турнире посмотрели, как правило, Чена просто банят. Ему не дают показаться в игре. И PPD дважды дает этого Чена. Во-первых, это просто сильный персонаж в мете. Так это еще и сигнатурный герой ФНГ. Довольно странное решение от Питера. Такое вот. Не знаю, тестит страт или не палит страты, не знаю. Как это можно расценивать? Либо, может быть,
специально отдает для того, чтобы законтрить. Ну, как бы ты будешь контрить пятерку. Вот, в таком случае. Причем на нее нужно будет потратить довольно большое количество ресурсов на драфте. Несколько героев подобрать против Чена, которые хорошо линии отпушивают. Они могут просто не подойти потом тебе по игре. Ну, в общем, много нюансов. Кримсон все-таки будет делать у нас Акулыч. Вполне вероятно, что потом купит Блинкер. Вставляет Варда ФНГ, дивардит вражеский Вижн. Пипиди прокачал Макропира, у него 8 уровень уже есть, так что может подзатянуть пуш. Вот конкретно этой тир-2 вышки просто закинуть Макропиру и отбежать. Однако Мишка намерен этот тавер все-таки съесть. Туда подходит еще и Сент Кинг для того, чтобы в пески спрятаться. Какие вообще нужны артефакты и NIP для того, чтобы как-то полноценно вступить в драку? Ну, наверное, нужно что-то на Сент Кинге купить. У него 3800 золота, и он доделывает себе вейл в Дискорд. Может быть, не вейл. Может быть, думаешь, дайгер он купит? Да нет, смотри, он вейл только что убрал вообще из квикбая. Ну да, ему, видимо, хватило предыдущей карты, когда он ни разу не смог инициировать, и каждый раз его просто забирали, он не мог начать драку для своей команды. Но Вейл на Сент Кинге — это очень хороший артефакт. Он, в принципе, хорош и здесь, и вообще лично для Сент Кинга, когда у тебя больше даже никакого такого серьезного магического урона нет. Забирают стаки сейчас, НИПы при помощи ГДС СВН, пришел еще Сакса сюда для того, чтобы немножечко подлутать экспы. Да, вот, может, даже какого-то крипчика случайно пластить, это не будет страшно. Арканы покупает. Ну, Лина у нас здесь исключительно такая будет магическая. Да? Понятно, что никто Лину позиции 4 не развивает как персонажа с потенциальным из ДПСом. Не собирает ей криты, Shadow Blade, там, БКБ, берут линзу и аганим. Просто для того, чтобы дать лагуну с пир уроном и уничтожить вражеского орг-персонажа какого-либо. Ну вот он, дезолятор на темпларке. 14 минута. Да, игра, конечно, вот из-за того, что вместо Эмбер Спирита в центре стоит темпларка, она такая просто невероятно сухая. На карте, в принципе, ничего не происходит, кроме каких-то вот макро-передвижений. Могут попытаться здесь убить Чена. Скиллы полетели, но очень криво. Айспасом победить не попадает. А тут в дело вступает уже Тахак со своим медведем. Он достаточно близко для того, чтобы... есть, можно нажать и точно кого-то из первого удара. Отлично зареколили сюда. Хороший рык. И здрасте. Здрасте, товарищ 33-й. И посмотри, сколько у него денег не хватает. Мы там блиндагера немного теряет, он какую-то еще и часть. Вообще, кстати, довольно смешная атака получилась. То есть ребята сначала не попали айспасом, а потом не попали эпицентром. Сент Кинга. Стан от Эйса, но он не успевает. Нахак забирает руну. Radiant's bottom tower is under attack. И уже перевес 4000 с команды Гамбит, вот так вот все потихоньку меняется. Понятно, какого момента ждет Гамбит. Они ждут, пока появится Радианс и Блинкдаггер на темпларке. И потом уже можно будет какие-то активные действия проводить. Даже, кстати, не стали ждать Блинк, просто пошли в Рошпит. Похоже, NIP ничего не смогут здесь сделать, ведь действительно эпицентра нет. Как без эпицентра? Ну, с эпицентром есть какие-то потенциальные хотя бы шансы. Без него тут, в принципе, делать нечего. Вот, и не факт, кстати, что если бы эпицентр был, они бы пошли бы сюда, но без него так тут вообще прям туши свет. Забирают Рошана. Кримсон уже вот-вот будет готов у Акулыча. И пока все идет к тому, что Гамбит действительно смогут выиграть эту карту, причем довольно легко и быстро. Ничего не дает своему сопернику сделать на карте. Сент Кинг приобретает Блинкдаггер. 12 уровень у тролля, готовит он себе диффуз, тут Кримсон на кентавре, тоже, в принципе, все понятно. И линзы еще на Виверне. Хорошо, как же тяжело будет вот до блэкинг-баров, вот ребятам, троллю, вот Свену, как же им трудно будет бить, пробивать. От Мидасов тролль, ну, тролль, понятно, от Мидас, Мидас это артефакт не совсем для него, Свен от Мидаса отказывается, пытается... Убить здесь. Убеди, и убьют. И рык отличный, который не позволяет дать айспас. И стипает. Ой-ой-ой. Да, мы знаем, насколько PPD все вот это не любят. С типами и прочее. А, вообще, я помню, PPD респектовал ФНГ в какой-то момент, когда вот они вышли с первого места после или на одном из... Или перед ESL где-то. Ну, в общем, он там где-то писал в Твиттере, что вот, там, ФНГ красавчик, не ожидал, что вы... Там, ФНГ и Гамбит, собственно, да, молодцы. Не ожидал, что вы сможете превратиться там из такой тир-2 команды настоящих, собственно, дотеров, там, крутых. И тут такое, знаешь, прям, как нож в спину от игроков команды Гамбит. И вот тир-2 вышка снова под атакой, работает дезолятор. Очень трудно все это защищать. Я, честно говоря, даже теряюсь. Ну, курьера могут убить сейчас. Курьера, ну, да, маленький, да, такой плюсик. Так,
И то не получилось, да. Потому что там был Санкинг. А, Санкинг, кстати, скипнул патч. То есть на хайграунд, в принципе, не должны пойти. Тут Свену нужен блэкинг бар и, наверное, какие-то криты. Надо как-то быстро вырубить Виверну. Непонятно, правда, как ее вырубить быстро, учитывая, что у Виверны уже есть линза. И тут все-таки на ХГ, посмотри, как нагло, он сюда телепортируется Санкинг. И, видимо, этого гамбитом будет вполне достаточно для того, чтобы просто уйти отсюда. Надо пушить надо легкую линию, там подходят крипы. Очень долго там стоял Свен, пока добивали Рошана и потом выбивали на топе башню плюс EPD и Smoke от команды NIP. Интересно. Они знают, что кентавра здесь нет, но кентавра дистанционно жмет стампит. EPD и Smoke развеян. Стоял вард. ФНГ очень много крипов. Два сатира, дикокрыл, плюс тролль. Врывается 33-й. Подкопал друида. Есть задувка, есть макропира, есть стан. Должна быть лагуна, урона очень много. Есть стампида, как пытается убежать. Плюс имеется Hand of God. Верно. Винтерскерс пока был. Есть Колумбрейс. И Мершин живет. Эйс больно пробивает Акулыч, Акулыч пытается уйти из драки, 33-е копают, но больше никакого урона нет, потому что Эйс боится идти драться дальше, Афонджи врывается, удар с Мелда один, его хватает, Свен погибает, Фата пытается убежать, у Фата больше нет ультимейта, Дахак в погоню, ФНГ, ловушку! Ловушка взрывается, Фата слишком сильное замедление, вынужден здесь драться до последнего против Медведя, попытка получить хотя бы плюс 300, но нет, погибает и Фата, минус 4 от команды Гамбит. И это была драка на Шрайне, друг мой. То есть потенциально тут НИПы должны были вообще разварить всех и вся, потому что у них было дополнительное... Свен 932 урона, урона 0. От, казалось бы, тролль 438 урона. Вы представьте, первая, вторая позиция вносит урон меньше, чем саппорты. Конечно, грустно. Мне стадия драфта напоминает вот этот вот момент выбора героев, когда у тебя в команде два керри, когда просто, знаешь, два керри, ну просто ферстпик, один ферстпикает героя на линию, другой сразу же вторым берет персонажа на мид. Вот. И не получается, у NIP просто не клеится игра, они вот своими персонажами просто ничего не могут сделать, хотя вроде драфт выглядит сбалансированно вполне, но член оказывается слишком силен в этом плане, что он может пушить, реколить героев, вот макро очень сильная с членом. Кентавр покупает Блинкдаггер, вот-вот будет еще и БКБшка на темпларке. Ну все, карта полностью захвачена командой Гамбит, фактически эту игру нужно просто не закинуть, она уже выиграна, эту победу нужно просто получить. Каким образом? Поставить хорошие варды, контролировать передвижение соперника, дождаться следующего Рошана, дождаться еще пары слотов на своих кор-персонажах, просто пойти все сломать. Это не трудно. Но, может быть, НИПы нас чем-то удивят. Или Гамбиты, может, тоже чем-то удивят. Пойдут с какую-то ненужную драку для себя навяжут в меньшинстве, или когда у них не будет каких-то способностей. Отдадут часть карты, отдадут часть контроля, и вот НИПы смогут хоть что-то нафармить, в конце концов. Книжка на медведя, чтобы 15-й апнуть. Это кстати говоря, у него еще, да, у него еще нет радианса. Там курьер где-то летал, не пойми где. Так-то у Дахака уже давным-давно радик есть. Но он в итоге решил курьера не дожидаться, а просто отправить Мишку для того, чтобы подобрать рецепт и книгу. Ну, тролль просто пустой Defizo Blade. И с этим артефактом мало чего можно придумать, учитывая наличие Верны, которая просто колонный брейс может дать на себя, да, будут вот ее бить. Именно в этом-то и дело. То есть дефуз-то на тролле это не такое, что... Он дает ему очень много опций. Он может там войти как-то со спины, убить саппорта, очень много выжечь маны. Но понимаешь, в чем дело? Во-первых, ты со спины здесь просто не зайдешь, потому что, ну, ты... Вся карта принадлежит сопернику, ты не сможешь зайти со спины, это раз. А выжечь мало? Кому? Медведю? Типа, ну окей. Одно дело, когда ты там, знаешь, Джиггернауту всю ману выкачал, и он не может. Вот как, то тоже вот вчера после матча ЕГЭ OG на улице общались с ребятами, о чем вот Артемов НГ говорил, что Артизи на Джиггернауте должен был купить диффуз. Зачем? Потому что когда Джиггернаут начинает с диффузом трейдиться со Сларком, он выжигает ему всю ману, и Сларк, ну, он либо убегает, либо остается без маны, не может там ульт нажать, даркпак нажать. Вот, тогда это работает, тогда это выгодно. Но здесь как бы тролль купил диффуз просто для того, чтобы хоть какой-то быстрый... То есть это не ошибка, просто это диффуз ему конкретно против этого драфта. Так, у нас драка выходит, команда Гамбит врывается, Эйс, попытка убить Виверну, слишком мало урона от Эйса, Виверна пока живет, еще немножко, Витерскерс, мы не видим, Агона Бэйд летает, Эмершин погибает, но теряет Эйс все ресурсы, нарычал Медведь, Эйс погибает, это Фоллинджи, Фата идет до конца в этой драке, но его убивают, аналогично, минус 2 уже, прекрасно для Гамбит, все.
Сакса пытается уйти. Эпицентр 33-го. Ноль урона. Вообще не почувствовали игроки. Гамбит хоть что-то здесь. Трипл килл для Фониджи. 33-й получает корни. И еще одно убийство. Минус 4. Они здесь уже не способны. Даже если выкупится Трольсен, Кинг и Джакира, то нет ресурсов. Нет единой кнопок для того, чтобы здесь драться. Они сейчас выкупаются, но они попытаются что-то сделать. Попытаются как-то подэпать. Умрут, она пишет ГГ. Скорее всего. Хотя, в принципе, гамбитам, вот, кстати, самое смешное, гамбитам даже не обязательно сейчас делать то, что они делают. Они могут вполне спокойно отступить. А, восстановить ресурсы, дождаться, там, я не знаю, Виверны, пойти в пятером и, в принципе, можно медведям подсадить. Но, да, они понимают, что соперники и сейчас их остановить особо не могут. Давай, по двоим врывается Афониша на Лину, зацепили, Лину тролль покупается, Лина также покупает, Сенкинга не будет целую минуту. И вот сейчас гамбит понимает, что ладно, отойдем. Нет смысла рисковать, слишком важная карта. И вот этот шанс, который говорит, что могут закинуть, не стоит. Конечно, не стоит. Конечно. Даже, даже вот то действие, которое они только что совершили, круто. Они поубивали, выбили еще байбеков, то есть еще сильнее укрепились на карте, но уж дальше точно не стоит. Уж дальше. Вот надо отойти, да, вот то, что сейчас делают гамбит, в принципе, нормально. Они отошли, подождали, пока соперник сейчас покажется. Мишка появился новый, врубается мускул, мы это спилишный барахло. Это не новое, это даже старый его просто. Старый его подбили. Окей, старый. То есть это приятная функция, что можно будет снова его вызвать, там какой-то будет фокус идти. И вот все, все способности есть, там стампит вот-вот появится, имеется блокинбар у Темплар Ассасина. И несут вторую линию уже. Смоук от NIP, такой смоук надежда из позиции. Свен появляется ультимейт, ну и сейчас драка, после которой NIP либо камбэк, либо напишет good game. Похоже так. Врывается Акулыч, там попытка быстро убить Лину. Лина, Акулыч, что ларитерит, добивает Лину, она без байбека не будет, ее 60 секунд. В общем, байбека нет ни у кого. Так будет проще, вы сами видите слева, что происходит. NIP уже выкупились все, кто мог. Ну что, минус третья линия или все-таки Нарошана? Который теоретически может уже заспорить. Наверное, надо отходить гамбита, просто ради максимально сейвовой победы. Да, вот представляешь такую карту проиграть? Вот насколько это вообще может быть обидно? Вот просто в шаге. Там напали на Эмершина, похоже, да? Но Эмершин с ультимейтом. Гулял немножко, но его... А, Гриммер Кейб и... Да, не смогли. Они просто поставили сентри, без дастов Эмершин улетел. Да, тут уже очень... Бладмейл, отлично. Теперь, если Свен нападет, или там тролль нападет... Теперь просто Спирит Бэра не убить. Ну, как бы он подрубает Бладмейл, и... Ты не можешь его убить. Что ты очень много урона будешь сам получать. 3000 урона от тролля, 4300 урона от Суэна. Это два команды. Это первая, вторая позиция, да, если что. То есть ты просто неприемлемо так мало урона иметь на таких героях. Да. На таких позициях, скажем. На таких героях-то, в общем-то, можно. Мы прекрасно видим, что получается. Гамбит сыграют безупречно эту карту. Стратегия подготовлена, отточена, и вот без сучка и задоринки они ее исполняют. 22 тысячи перевеса команды Гамбит. Как же они близки. 25-я минута. 4 баунти руны. Рошан появится... Через минуту примерно. Буквально уже вот-вот появится. Какие-то ключевые артефакты разве появятся в этот момент у Непов? Да похоже, что нет. Ну, разве что Эйс может попытаться дофармить хотя бы маленький крит. Да, он его дофармит. Там рецепт недорогой на кристалле. Ему надо оставить фарм, чтобы ну хоть что-то вообще появилось у Непов, но... Я думаю, что все прекрасно понимают, насколько же сложно. Тут еще бабочка будет. О-о-о. Да, притом бабочка. Она вот-вот появится. Она будет буквально она уже фактически готова. 30 да. секунд. И Аганим также будет. Мы помним, насколько в прошлой игре Аганим сыграл свою роль. Ребята нажимали стампит под блокинбары противника, убегали. Заманивали, да, соперника на свой хайграунд, и там уже с ним разбирались по шрайнам. Это было красиво. Да, медведь хорошенько попал. Ну, в доте просто не существует героя, который способен нанести урон по зданиям больше, чем медведь. Поэтому... Даже пугна, наверное, будет меньше. Конечно. Бластом. Ну, может быть, еще, кстати, Вейл на Сент-Кинге. Есть фактически второй эпицентр. Ну, сильнее уже не бы, скажем так, на такой минуте они просто не могут быть. Если сейчас гамбит пойдут за Рошана, пытаются подцепить маленького Мишку. Страшно. Или даже не пытаются, они просто боятся, они прячутся от него. Блейдмейл подрубает. Ведь Дахак просто прессингует юнитом своим двух игроков. О, какая хорошая руна для Дахака. Надо вызвать медведя к себе, приложить радик и забрать. Вот, и обратно. Все, и это теперь позволит отпушивать линии. Блинкдаггер появляется на Виверне. Опция убить Виверну полностью исключена сейчас. Полностью исключена. То есть такие артефакты, которые есть сейчас у Иммершена, не дадут ему умереть только при условии, что он, не знаю, не отпустит пупки и не отправит героя на вражеский трон. Или, ну, совершенно какую-то грубую, ошибочную позицию станет.
Вот, а... Линза, Даггер, Лемеркейп, все, Виверна неубиваема. Ты уже не сможешь рассчитывать на то, что контроль ультанет. Ты уже не сможешь рассчитывать на то, что ворвется Свен под блокинг-баром и начнет всех резать. Виверна в одного героя может дать Golden Brace, а, соответственно, в Свена может просто нажать ульт. И часть блокинг-бара, часть ГДС пропадет, герои смогут перегруппироваться. Гамбит, Смоук, заход на хэкграунд, забрали Эгис плюс Сыр. Возможно, последний заход на этой карте. 33 позиции, Дикокрыл. А Дикокрыл палит и Дикокрыл скрывает. Дикокрыл увидел 33-го, врывает Таколин же удар, 33-й. Вынужден покинуть драку, получает стан от Акулыч. Все, можно на него на самом деле забить, но хотят убить. Потому что никто из NAP поддержать 33-го не может, но он в лесу, и никак до него не добраться. Зарылся в песке. Тролль динает. Башню, не знаю, насколько динает. Это грамотно на такой стадии игры. Да, уже без разницы, я думаю. Динает, ну и не динает. Сейчас все равно придут и заберут. Ну, наверное, правильно, типа золото дает теоретически сопернику. Дикокрыл там все машет. Своими культяпками сбивает блинки. Пошел, ведь там потом бросатель используем глиф, NAP выигрывает 6 секунд для себя. Ну, если надо ворваться. Но там Рейдианс, он не может ворваться, просто блинк не работает. Блокинбар нажимать пока не хочется. Кристалли себе купил, падает последняя казарма на этой карте у команды NAP. Афонин сжимает блокинбар и просто добивает казарму. Мега крипы для команды Гамбит. Афонин же врывается дальше, станет кентавра от ФНГ. Блестяще погибает Лина. Много урона по троллю. Тролль остается с ультимейтом, получает Винтерс Кёрс, начинает бить собственного тиммейта. Подходит сюда еще медведь. Медведь должен грамотно нарчать, но отличная спас Махрапира. Патрон нажимает блокинбар, пытается убить быстро Афонин. Полетел Стампит, врывает 33-й подкоп. Хороший, не дает по двоим. Плюс медведь зацепил, но этого достаточно. 33-й погибает. Фак под блокинбаром до конца на Афониджи. Но Афониджи просто бессмертность. Врытый фотокулыча. Стан. Гамбит. Побеждают и проходят на команду Alliance. И уже 28 числа на ЦСКА арене мы узнаем еще одну последнюю команду, которая поедет на The International. 2019 Шанхай. Вот это будет матч, конечно. Ну и NIP отчасти подарили эту победу.